Не могу поверить, что меня двое. Кажется, я все понял. Да, я тоже. Нас по двое. Места и враги из нашего прошлого. Мы путешествуем сквозь время и пространство. Вот это поворот! Как это случилось? Думаю, это как-то связано с той огромной штукой, что похитила Эггмана. Похоже, это та же штука, что похитила ваших друзей. В смысле, наших друзей. Но вы поняли. Вон она! Куда она делась? Нам нужно найти эту штуку, и быстро! Теперь вы можете пройти и исследовать следующую зону. Вы получили изумруд хаоса. Yeah!
спасибо, что спас меня, Соник. В темноте было так страшно, но я старалась быть храброй. Где же мы? Перед уходом я сказала маме, что скоро вернусь. Спасибо, Соник. Эй, мне кажется, или ты подстригся? О, не пойми неправильно. Твои волосы, в смысле колючки, так тоже хорошо выглядят. Sound seems to go by the final.
Спасибо, Синячок. Это первый раз, когда меня саму похитили. Кто мог нас сюда принести? И для какой цели? Спасибо, приятель. Эту штуку, утащившую меня, я никогда раньше не видела. Берегись. Но если подумать, ты совсем не похож на Соника, которого я видела. Будь начеку. Мы все еще понятия не имеем, кто же нас сюда притащил.
Думаю, мы узнали больше о том, что происходит. И ничего хорошего. Думаю, мы узнали больше о том, что происходит. И ничего хорошего. Когда эта штука проходит сквозь время, она разрывает пространство, оставляя зоны висеть пустыми и мертвыми в этой странной белой пустоте. Когда соники пробегают сквозь время, они исправляют пространство, возвращая свет и жизнь. Значит, нам нужно бежать так, словно завтра не наступит, иначе оно действительно не наступит. Только могучий противник может поймать ниндзя. Будь настороже, Соник. Будь осторожен, Соник. Я чувствую великую тьму в этом противнике. Спасибо, друг мой. Берегись, ибо я заглянул в душу нашего врага и увидел лишь тьму. Даже мои навыки ниндзя не смогли установить истинную личность врага. Ты наконец пришел, Соник. Я не знаю, где мы, и мне не важно. Здесь я покончу с тобой, Соник. Вы получили изумруд хаоса.